мы подъезжаем. Грация Дио. Помощь в дороге. Проводите Марио и Клаудио на виллу Аудитора в Монтериджоне. Следуй за мной. Всем привет, друзья, с вами снова Катя, мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2, и в прошлой серии нам пришлось прям как неродным бежать из Флоренции, потому что жизни нам там просто не было никакой. Вот, единственное место, куда мы могли пойти, это вилла нашего дяди Марио. Вот. Так, а я уже вижу неприятности. Вьери Паца, черт тебя дери. Как ты мог уехать из Флоренции, не попрощаться? Как ты меня бесишь все-таки. Чего ты хочешь, Вьери? Дай-ка посчитать. Большой дворец, двух новых скакунов, красавицу-невесту. Ах, да, еще убить тебя. О, господи, серьезно? Соболезнования в связи со смертью родных. Так, моих сестер не смей трогать, ты, урод, ты бьешь женщин. Козел такой, охренел, что ли? Мне надоела эта игра. Прикончите его. И не щадите женщин. Что это за колдовство? Не колдовство, малыш. Талант. Марио. Ну, покажись. Как угодно. Дядя Марио. Вот, возьми это. Убейте. Спасибо. Убейте всех. Блин, дядя Марио охренительный, ну, вообще. Крутой мужик такой. А в Ере скотина сбежал первым делом. Так. Боже, серьезно? Так. Там кто-то смеет побежать мою семью. Кто-то бьет мать. Срочно, срочно, срочно. Срочно! Да господи, Эцио! О боже. Так, отлично. Все, мою семью не трожьте, твари. Так. Ладушки, ладушки, девочки. Не его, господи, в пятером одолеть не могут. Ну что за люди, а? Благодарю. Оставь меч себе, Эцио. Разве мы знакомы? Ты не узнаешь меня. Это же я, Марио. Дядя Марио? Давно не виделись, племянник. Ох, давно. Я слышал о скандале во Флоренции. Ужасно. Пойдем, стоит увести вас подальше отсюда. Блин, дядя крутой. Просто дядя вообще офигеть какой крутой. Ох, вилла Монтериджоне. Наш мирный хаб на всю игру просто. Город Монтериджоне, основанный в 13 веке правителями Сиены, имел огромное значение в защите Тосканы от агрессивных действий Флоренции. И важную роль в этом конфликте играли члены семьи Аудитора, которые стали защитниками и правителями города. Именно семья Аудитора воздвигла знаменитые стены Монтериджоне, сохранившиеся до наших дней. Хотя Аудиторы действовали против интересов Флоренции, они, тем не менее, сохраняли теплые отношения с семьей Медичи, в основном из-за того, что оба семейства связывали давние дружеские узы. Монтериджоне успешно противостоял атакам со стороны Флоренции до 1954 года, когда был взят хитростью и предательством. Джованнино Цетти, командир гарнизона, открыл ворота в обмен на разрешение вернуться во Флоренцию, из которой он был когда-то изгнан. Удивительно, но Аудиторы сохранили власть над городом даже после того, как он отошел к Флоренции. Это доказывает, что Медичи не забывали своих друзей. Да, на самом деле Монтериджоне сейчас выглядит не очень хорошо, но дом милый дом. Посмотрите виллу Аудитора вместе с Марио. Рассказывай мне все. Так, ну-ка, Марио. Год рождения 1434, кондотьер, дворянин. Марио Аудиторе был одним из нескольких кондотьеров, патрулировавших территорию Тосканы. Он сыграл важную роль во время битвы при Ангиаре. Марио сообщил Микелетто от Энделла, что над дорогой появились клубы пыли. Это означало приближение войска миланцев. Кстати, Леонардо делал наброски к этой картине «Битвы при Ангиаре», но я, если честно, не очень помню, эта картина в принципе была написана, или она только и осталась на уровне эскизов. Благодаря этому флорентийцы успели
остановить и разгромить врага. Хотя в битве при Ангьяре Марио был на стороне Флоренции, большую часть жизни он защищал родной Монтериджони от нападений флорентийских войск. Когда в 1454 году Джованни, младший брат Марио, перебрался во Флоренцию, чтобы стать банкиром, Марио остался на своей вилле в Монтериджони. В письме, адресованном Джованни, он заметил, что предпочитает драться как мужчина, а не возиться с банковскими книгами. Отца казнили за предательство. Федерико и Петруччо тоже. Потом они пришли за мной. Ты знаешь, почему? Нет, дядя. У меня есть только список имен. Он был у человека, который хотел моей смерти. Не могу поверить, что их нет. Не волнуйся. Мы во всем разберемся. Мне бы твою уверенность. Не отставай. Давай, мы уже почти пришли. Уверен, тебе понравится в Монтериджони. Я думал, что Монтериджони враждуют с Флоренцией. Сейчас да. Через год они будут союзниками, через два снова врагами, и так раз за разом. Я бросил все попытки их понять. Здесь живут честные, работящие люди. В наших лавках только простые товары, зато они добротные и надежные. Церковь здесь тоже есть. Про это вроде бы неплохой человек, но я не часто хожу к мессе. Ты знаешь, что вилла Аудитора была построена почти 200 лет назад? Ее построил мой прадед. Он был странным человеком и многое скрывал. Посматривай по сторонам. Может быть, тебе доведется раскрыть пару его секретов. Из-за всех этих междоусобиц она немного обветшала. Все Вилла Аудитора, построенная в 1290 году, это интересный пример перехода от средневековой архитектуры к архитектуре раннего возрождения. Замечательная симметрия и упорядоченная геометрия здания были откровением для своего времени. Доминико Аудитора, прадед Эцио, думал не только о красоте своего жилища, ему были нужны также плац и крепость, из которой просматривался бы город и долины Тосканы. В 1320 году фасад здания был поврежден в ходе нападения флорентийцев, и вместо него сооружен новый. Внутренняя часть была перестроена 30 лет спустя, тогда же была добавлена картинная галерея. Доминико был не просто воином и архитектором, но еще и искусным инженером. У здания есть уникальные черты, например, тайники и механизмы, блокирующие вход в комнату, что делает дом шедевром не только архитектурной, но и инженерной мысли. Ну и тут есть один глиф, вон он. Порядок, но на ремонт вечно не хватает. Как будет время, мы им займемся. И вот теми фигурками мы тоже займемся. Вот мы и пришли. Каза дольче каза. Ну, что скажешь? Должен признать, впечатляет. Думаю, она видала и лучшие дни. Поверь, я бы вернул старушке прежний блеск, будь на то время. И деньги. Так, осмотр мы закончили. Теперь нужно подобрать тебе снаряжение. Мои люди на рынке ждут тебя. Иди туда и возвращайся, как закончишь. Тогда и приступим. Окей. Приступим? Хорошо. К чему? Разве ты приехал не подучиться? Нет, дядя. Я просто сбежал из Флоренции. Но я собираюсь увезти семью еще дальше. А как же твой отец? Он бы хотел, чтобы ты довершил начатое. Начатое? Отец был банкиром. Постой, он ничего не сказал? Я понятия не имею, о чем ты. Макеми комбини, Джованни. Чего бы начать? Сходи на рынок за снаряжением, а у меня будет время подумать. Но... Безо всяких но. Поговорим позже. Вот тебе немного денег на расходы. А если захочешь отдохнуть, в твоем распоряжении комната на верхнем этаже виллы. Так, посетите кузнеца. Сейчас, окей. Но сначала... Сначала глиф. Так, окей. Все. Власть отлично. Не погибает, она переходит от одного к другому. Глиф потомки. Так, он унес это с собой, найди его наследство. Так. Ага. Нам нужно, короче, на всех фотографиях найти яблоко Эдема. Так. Пароль найден. 14523. Файл открыт. Так.
Вот и ладушки. Так, пойдемте сейчас быстренько синхронизируем тут единственную точку. Монтарижоне достаточно маленький город, поэтому здесь только одна вышка нужна. Вот, и займемся очень интересными вещами. Здесь есть несколько тайников с золотом. Но чтобы их открыть, нужно, насколько мне помнится, 8 фигурок древнеримских и древнегреческих богов, вроде как. Вот, и мы их сейчас с вами пойдем искать. Я просто плохо помню, где они все лежат. Ну вот, некоторые, конечно, помню, а некоторые нет. Так, добыта статуэтка Плутона. Они вроде как на видных местах, но иногда и не совсем в очевидных бывает. Ить. Добыта статуэтка Марс. Так. Там вон есть перо. Это, конечно, хорошо, но это не то, что мне надо. Эцио, мать твою. Меня просто убивает вот это вот. Так. Или это фигурка? Чуть не могу понять. Это... Нет, это перо все же. Ну да ладно, ничего страшного, поднимем. С нас не убудет. Так, вон следующая фигурка. Вон еще одна. Так, на самом деле мне очень нравится Монтариджони, это очень спокойное место. Получена статуэтка Аполлона. Так, добыта статуэтка Диана, то бишь Артемида. Так, где у нас остальные могут быть фигурки? Их просто вот вроде как видно, да, но с другой стороны и не видно. Ну как-то так. Не знаю, как объяснить. Но я как-то находила... Ну я, в общем-то, все всегда находила. Просто они бывают в не совсем очевидных местах спрятаны. Ну, это норма, в принципе. Так. Вон еще одна, кстати. Так, что это у нас? Это, наверное, Афродита будет? Венера, да. Так, теперь давайте сходим по правой половине. Ой, в смысле, наоборот, по левой половине города. Так. Надо бы наверх залезть куда-нибудь. Давай, идь. Залезай. Так. Ну, здесь как-то особо не видно ничего. Не вижу, что тут что-то было такое. Так, одна фигурка вон она, возле церкви. Вижу. Я вижу, 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 вижу. Так, идь. Добыта статуэтка Юпитера. Так, вон вижу еще одно. Так. Пока не потеряла, не пропустила. Так. Минерва. То бишь Гера. У меня странное чувство, что это все. Хотя будет забавно, если окажется, что где-то есть еще две фигурки. Будет, конечно, очень круто. Ну да ладно, давайте пока вернемся к этим сундукам. Сейчас посмотрим, проверим, права я или нет. Скорее всего, нет, но проверить все же стоит. Я просто правда не очень хорошо помню, сколько там этих ящиков с сокровищами. Вот, все. Тьфу, блин. Вот, собственно, и они. Так. Две у нас здесь есть. Отлично.
2000 флоринов. Ну, вы понимаете, да? Сколько всего здесь можно получить в общей сложности. Так. Отлично, еще две. Я, по-моему, к Плутону пару не нашла. Есть у меня странное чувство. Так, а здесь фигурок нету, по-моему. Ну, в общем, тут неплохо можно навариться вот на этой загадке. Но я не очень уверена, что я нашла все 8. А, да. Нужна еще одна последняя статуэтка, и я, хоть убейте, не помню, где она. Вот я всегда именно последнюю, всегда как-то... Она как-то ускользала от моих глаз. В общем, находится она наверняка в самом очевидном месте. Просто я его не вижу. Так, ладно. Купите наголенники и кинжал. Так, кожаные наголенники. Так, и кинжал. Так. Заодно давайте и купим кожаные наплечи. У нас теперь есть на это деньги. Все в порядке. Ну, если что, приходите. Отлично. Так. Блин, я все же хочу найти эту фигуру. Эту фигурку. Посетите врача. Да знаю я. Подождите. Так, фигурка. Статуэтка. Черт тебя дери. Где ты можешь быть? Сложно. Сложно. Вот она, господи. Все. Ей! Я ее нашел! Нашел статуэтку. Все. Фух, статуэтка Нептуна найдена. Отлично. Рядом с церковью. Вот, вот церковь, вот он маленький закуточек. Если вдруг кто искал, но тоже не нашел. Все. Слава богу. Теперь можно сбегать к врачу и открыть ту. Последнюю шкатулку вот эту, или что это, постамент, не знаю, как сказать. Подходи, покупай. Так, лекарства. Покупаем все. Спасибо. Я сделал все, что мог. Постарайся, чтобы рана не открылась заново. Угу. Правда, о какой ране речь, я не особо понимаю. Так, ща. Быренько откроем вот эту последнюю штучку, эту последний замок, эту коробочку, шкатулку, я не знаю. На самом деле, в начале игры это очень неплохое подспорье, вот это вот, вот эти четыре загадки. Вот, потому что получить просто с куста 8000 флоринов, это дорогого стоит, на самом деле. И как вы видите, у нас теперь в вилле всегда будет доступна... Во-первых, коробка с перьями. Ну вот, она будет храниться у матери Эцио. И у нас будет всегда стена со страницами кодекса. Вот. В общем, ну, интересно. Не волнуйся. Надолго мы здесь не задержимся. Я скучаю по нашему дворцу. Я знаю. Ну, что поделать? Так, погнали к дяде. Собственно, вот. Сюда мы будем вешать все наши найденные страницы кодекса. И потом будем решать с ними загадку. Но это, в принципе, не так сложно, на самом деле. Потому что в любом городе сразу видно, где будут храниться страницы с кодекса. Вот. Салют, дядя. Я сделал, как ты сказал. Быстро обернулся, Бенфатто. Теперь я научу тебя драться. Нет. Я же сказал, мы уезжаем. Эцио, ты едва справился с Вьери.
В дороге ты недели не продержишься. Если хочешь уехать, пожалуйста. Но я хочу, чтобы ты уехал готовым к драке и способным постоять за себя. Сделай это хотя бы ради матери и сестры. Ладно. Оттимо. Повторение, мать учения. Поучитесь у Марио драться. Окей. Как будто я, блин, не умела и так. Ну да, да ладно. Махать мечом ты умеешь. Но с наскока бой не выиграть. Нужно еще прожить до поры, когда... Да господи, тут в игре атаковать. Всего одна тактика боя. Я научу тебя уходить от ударов. Ты сказал, что мой отец незаурядный банкир? Полагаю, что у Тайвы... Как ты эта кнопка, боже? Эцио, твой отец был ассасином. Говорю тебе, он имел дело только с бумагами. Наведитесь на цель. Нет, его вырастили убийцей. Я не знаю, как это сделать. Как наводиться на цель, а? Кто мне скажет? Мне в это верится с трудом. Я такую кнопку не знаю. А как насчет того списка? Думаешь, это просто список должников? А, нет, вот на F. Это именно все. Те, кто виновен в смерти твоего отца. Так. 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 Окей. Я этим тоже не... Я этим вообще не пользуюсь. Бесполезная вещь абсолютно. Я показал тебе, как избегать атак противника. Теперь я научу тебя, как обращать их себе на пользу. Вся эта история про тамплиеров и ассасинов похожа на сказку. Записанную загадочными символами на старом лесу пергамента. Откуда ты знаешь? У тебя отцовский клинок. Я подумал, что он отдал тебе и страницу из кодекса. На этот раз мама тебе не поможет. Боишься? Зачем дразнить врага, не понимаю. Бесполезное на самом деле занятие. Ты делаешь успехи, Эцио. Сегодня я научу тебя выбирать позицию во время боя. Иногда то, где ты стоишь, как двигаешься, решает все. Ай. Я заметил, как ты роешься в моей библиотеке. Ну что, теперь ты мне веришь? Да. Мой отец был ассасином. Но к чему такая таинственность? Ты слышал про тамплиеров? Это рыцарский орден времен крестовых походов. В хрониках сказано, что этот орден распустили во Франции почти 200 лет назад. Но это не так. Тамплиеры просто ушли в подполье и там продолжают творить свои черные дела. Победите Марио. Ну, тут можно просто спамить ударами, потому что, блин, игра тебе не предполагает вообще никакого разума у твоих противников. Они здесь тупые болванчики, по большому отлично, счету. Отлично, племянник. Теперь ты сможешь постоять за себя. Спасибо, ой, дядя, за все, что ты мне дал. Это мой долг. Ведь мы же одна семья. Я рад, что задержался. Отлично! Ты передумал? Через 3 дня мы отплываем в Испанию. Но, племянник, я учил тебя всему этому, чтобы ты смог победить наших врагов. И я смогу, если они нас отыщут. Ты хочешь сбежать отцу? Отречься от всего, за что боролся и погиб твой отец? От своего наследия? Хорошо. Come voi. Arrivederci e buona fortuna. Дядя, постой! Чем он так расстроен? А как ты думаешь? Вьери досаждает нам со времен твоего приезда. Ну, этого следовало ожидать, учитывая происхождение. Ой, идите к Марио. Да, тебе стоит пойти и помириться со своим дядей, потому что он, в общем-то, добра тебе желает, дурачина. А ты выеживаешься. Дядя! А где же все? Уехали в Сан-Джиминьяно, чтобы убить змею в Вьери. Ой, так... Я поеду за ними. Вьери Паци. Младший сын второй по значимости семьи флорентийских банкиров. Этот парень знал, как сорить отцовскими денежками.
Помимо того, что он тратил огромные суммы на оружие, одежду и экзотических животных, Вьери обожал соревнования. Скачки, бег, гребля. Ради победы он был готов на все. А если по какой-то непостижимой случайности он проигрывал, то приглашал победителя и всю его семью к себе в гости. И угощал таким обедом, за который жизни не жалко. Ну, сволочь вообще, да? Ну, вообще, это сволочь, тебе короче. Тебе нужно в конюшне. Спасибо. Так, прежде чем уйти, зайдите к Марии. Так, я думаю, это будет проще сделать вот здесь. Так. Так, стопы. Так. Ить. Эцио, посмотри на нее. Я не могу ее разговорить. Она все дни и ночи проводит, глядя на перья, которые собрал Петруччо. Она не может забыть о нем. Я не знаю, что делать. Не волнуйся. Ей станет лучше. Я уверен. Ну, со временем станет, конечно, но не прямо сейчас. В общем, вот. Положите собранные перья в шкатулку, которая находится в комнате Марии. По игре всего разбросано сотни перьев. Вот. Кстати, в игре у нас есть возможность красить наш плащ в цвета различных городов. И если Эцио соберет все 100 перьев, то Мария подарит ему фамильный плащ Аудитора. Вот. Однако, если Эцио наденет этот плащ, то он постоянно будет в розыске во всех городах Италии, в которых он побывает. Вот. Я, на самом деле, все 100 перьев никогда не находила, потому что это очень-очень-очень и еще раз очень геморное занятие. Поэтому я не думаю, что и в этот раз мы тоже будем их искать. Вот. А, где-то здесь должен быть еще один проход, вроде как, на чердак. Хотя, наверное, это он и был. Странно. Ну ладно. Ну-ка, сейчас быстренько проверим. Так, окей, это у нас просто картинная галерея, ясно. Пока что здесь очень пусто, но это, в принципе, и нормально. Вот. Чем больше денег мы будем вкладывать в Монтериджони, тем больше денег она будет приносить. И, соответственно, тем выше будет уровень развития этого города, вот, потому что мы его с вами сможем, ну, скажем так, прокачивать. Ну, я вот. Уверен, у меня есть... Оружие. Ну, давай старый сирийский меч. Так. Кожаный нагрудник. Ить. Ну, вы понимаете, тут до хрена всего, много всего стоит, блин, очень дорого. Ужас. Снаряга здесь просто капец какая дорогая. Так, ну ладно, давайте купим эти наколенники Гельмшмида, блин, хоть они и стоят 4000, ну давайте, блин, почти 5. Ладно. Все в порядке. Но по крайней мере, что, посмотрите, сколько у нас жизни теперь. Новая снаряга все, как бы, всегда полезна. И не стесняйся. Так, нам нужна лошадь. Тут еще вокруг Монтериджони есть эти, как их, господи, есть сундуки с... Сундуки с сокровищами. Так, это не то. Блин, дайте мне карту открыть. Тут вокруг Монтериджони можно проехаться, но я, если честно, не очень горю желанием это делать. Так, ну чё, погнали. А, блин, слезть. Подожди, а как? А, вот. Я пыталась вспомнить, как пустить лошадь в галоп. Вот. Отправиться в Тоскану Сан-Джиминьяно? Да, конечно. Почему бы и да. Давайте отправимся.
Красиво здесь. Зелено так, прям мечта. Привет, ребята. Так, стопы. Сейчас мы первым делом откроем эту вышку. Здесь вышек, конечно, до хрена. Я думаю, что я между сериями буду их открывать. Чисто вышки только. Нет, потому что, ну, на сериях это не очень интересно показывать. Я понимаю, что это не очень интересно смотреть. Так что на самих видео для канала мы с вами будем открывать вышки. Только те, которые нам на пути попадаются. Вот, а остальные уже так. Между серийкой буду. Марио! Куда ты без меня ушел, Марио? Эцио, что ты здесь делаешь? Учусь ответственности. Вьери досаждает тебе из-за меня. Вьери досаждает нам, потому что он тамплиер, а мы ассасины. Пусть так, но я хочу помочь. Ва бене, тогда слушай. Сначала нам нужно попасть в город, но, похоже, Вьери нас поджидает. Он запер ворота и поставил к ним своих людей. К счастью для нас, людей у него не так много, и южные ворота плохо охраняются. Туда и нанесем удар. Пронти? Неотвратимость наказания. Помогите Марио и его людям убить Вьери Паца. Погнали, чё? Такая луна красивая, прям вообще офигенно. Так, блин, черт. Я теперь по привычке открываю не то, что надо. Так. А. Ладно. Послушай, Эцио, вот что мы сделаем. Я со своими людьми отвлеку стражу. Как только мы начнем сражаться, переберись через стену и придумай, как открыть ворота. Возьми эти метательные ножи. А, используй вот метательные их против ножи. Лучников. Я готов. Начнем. Тогда начнем. Так, метательные ножи. Сейчас. Ой, блин, опять. Я все время тап нажимаю, я не специально. Так, погнали. Так. Так, иди в лес. Так, нужно еще вон того на крыше завалить. А. Но он меня особо не заметит, я думаю. Так, ну вот и все. Иди в лес. Хе-хе. Так, блин, черт, я все время по привычке нажимаю тап. Ой. Ребята, вы как-то очень долго, ну вот серьезно. Прям вот вы очень долго разбираетесь. Хе, серьезно? Патруль пошел. Так. А! Серьезно? Так. Так. Да боже, Эцио, серьезно? Они его забили в этом самом, блин, они его в угол забили, прикиньте. Так, слава богу, это все. Ой, обожаю. Эта игра такая сломанная, прям отлично. Да спасибо, я знаю. Идите за Марио. Отвлеки этих стражников и не дай им поднять тревогу.
Тогда у меня будет время на то, чтобы найти и заткнуть рот Вьери. Вабене. Постой, племянник. Возьми с собой моих людей. На всякий случай. Когда разберешься с ними, возвращайся ко мне. Что задумал Вьери? Так, убейте стражников. Никто не знает. Но что-то его напугало. Иначе как объяснить все эти патрули? Когда я подам знак еще раз, идите за мной. Вот и все. Так, мне нужен... Сейчас, подождите. Мне надо сорвать плакатик один. О! Денюшка. Денюшка мне не помешает. Спасибо. Вот так. Отлично. Не, ребята, за мной на крышу лезть не надо. Вы идите за мной лучше. По земле. Как нормальные люди. А не какие. Так. А ну-ка, с них метательные ножи подобрать можно, мне интересно? Да, слушайте, круто. Отлично. Так, ну вот и все, отлично, замечательно. Замурчительно просто, даже шума особого не поднимаем. По-моему, это очень хорошо. Так, ну что, мы пришли, в общем-то. Что случилось? Эцио, на твоего дядю напали, ему нужна помощь. Ой, иди к нему. Сомневался, кто бы сомневался. Идите к Марио. Ща. Племянник, вот и ты. Похоже, что возникло неожиданное осложнение. Люди в Ере напали на нас из засады, и теперь нам придется разбираться с ними. Поэтому я хочу, чтобы ты пошел дальше и нашел в Ере. Найди эту змею. Покарай его. Окей. Так, палаццо Коммунале. Президенция городского совета Сан-Джиминьяно был построен в 1288 году. Как и следовало ожидать из совета города башен, одним из его первых решений стало решение строительства башни Торре Гросса. В 1337 году палаццо Коммунале стал резиденцией Подест. Это я не знаю, что это значит. Это... Возможно, тем, кто разбирается в терминологии, станет более понятно, но не мне, к сожалению. Торре Гросса. Самая высокая башня Сан-Джиминьяно возвышается над городом на 54 метра. В отличие от некоторых других башен, у нее есть колокол. Строительство Торре Гросса началось в 1300 году и завершилось 11 лет спустя. Так, и тут у нас есть значок. Санта-Мария-Асунта. Местные жители называют это здание просто дома, собор, хотя и незаслуженно, так как в городе нет своего епископа. Церковь Санта-Мария-Асунта была построена в 12 веке, удивительно, что у нее нет башни. Хотя в Сан-Джиминьяно, городе башни, подобный акт целибата со стороны церкви был, наверное, ловким ходом. Так, ну что, давайте. Взламывать компьютер Абстерго становится все легче. Я как будто уже знаю, какая информация мне нужна. Как будто все это со мной уже было. Бесконечное знание. Так, из его отверстых уст веет смертью. Так.
Он ведет юношей на тот свет. Вторая пехотная дивизия идет в атаку под пулеметным огнем. Брест, Франция. Так, ага. Его огненное дыхание пронзает им глаза. Солдаты-северяне в строю. Бофорт, Южная Каролина. Так. А, во, вижу. Это чудовище не от мира сего. Самое раннее изображение огнестрельного оружия. Нащель. Пароль найден. 72-114. Так, окей. Ну, все. Так, ребята, вы со мной все же пошли. Зачем, не знаю. Ну, да ладно. Так, у нас с вами полный розыск, господи, как это сказать правильно. Так. О! Идь. Это мне пригодится. Так. Куда идти-то, господи? Сюда куда-то, что ли? Мне кажется, что я заблудилась. Или нет? Наверное, нет. Так, о, плакатик. Плакатик надо сорвать. Так, надо на башню куда-то похоже, да? Ага. С меня хватит. Все. Полная анонимность. Замурчательно. Так. Ага, вот, нам сюда. Окей. Мой, как это у тебя получается? Не знаю, молча. Просто получается, и все тут. Итак, слушайте. В Ере ты остаешься здесь и командуешь Мерчинари. Франческо собирает наших людей в городе и сообщит, когда придет пора удара. Якопо, твоя задача успокоить горожан, когда все закончится. А этот убракон и Марио? Он продолжает досаждать. Боюсь, он разгадает наши планы. От него одни неприятности. Как и от его брата-ублюдка. Отец, позволь отправить его к братцу. Когда закончим, у нас еще будет время, чтобы разобраться с этим Рефьюти. Так, еще вопросы есть? Мебен, да направит тебя отец понимания. Да направит тебя отец понимания. Командант! Командант! Что? Марио Аудитори пробрался в город! Он ищет вас! Так не заставим его ждать. Хм. Тоже мне, блин, умник-разумник. Да убейте в Ерепаца. Ну вот и он. Так. Ну погнали, чё. Не будем заставлять в Ере ждать нас. Так, о, Сундукин. Сундукин, это хорошо. Здрасте. Вон, он утирает. Господи, кто-то просто упал. Нормально вообще. Так. Вьери, я пришла по твою душу. Долго мучиться не будешь. Ере, чё ты лезешь, а? Так, отлично. О, серьезно? Ну вот и все, в общем-то. Что вы задумали? Вы и ваши прихвостни. Мой отец об этом узнал? За это вы его убили? Прости. Но ты и правда ждешь моей исповеди. Пеццо де мерде! Кусок дерьма! Чтобы ты еще помучился!
поделом тебе досталось! Да чтоб тебя! Довольно, Эцио! Прояви уважение. Уважение? После всего, что было? Ты думаешь, он бы проявил снисхождение к нам? Ты не Вьери. Не будь ему подобным. Пусть смерть поможет тебе обрести покой. Покойся с миром. Возьми это. Прочти, когда будет время. Дело сделано. Пора, возвращаемся на виллу. Ну, в общем-то, как-то так, да. Быстро очень получилось, но что поделать. Получен поезд блиндажей. Получена страница кодекса. Круть. Получено письмо для Франческо Патца. Надо будет почитать. Мы вернулись на виллу. Исцеляю всех. О, кстати, тварей. Давайте. Вылечь меня, пожалуйста, доктор. Теперь спасибо. Все быстро заживет. Спасибо. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. На данный момент вряд ли у меня хватит на это денег. Вот он! Наш компионе Эцио! Да здравствует Эцио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Вьери мертв, и теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаварари! Си паса тутто иль джорно а бере! Путане! А что, правда? Эцио, давай пройдемся. Да, дядя. Осмотрите виллу и найдите спрятанные страницы кодекса. Паца работают на некоего испанца. Это Родриго Борджа. Один из самых влиятельных людей во всей Европе. Будущий папа римский Александр VI, между прочим. Значит, именно он виноват в смерти отца и братьев. Да. А при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне все равно придется сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных тамплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацца разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. Ладно, хватит на сегодня о грустном. Если понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Нужно прочитать письмо, которое дал дядя. Так, от Фра Джокондо. Мессер Франческо, я поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой, но лишь отчасти. Да, Вьери дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Кроме того, он имеет привычку обращаться с наемниками как с игрушками. По моим сведениям, из-за этого были искалечены по меньшей мере 3 человека. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что его легко исправить. Он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения. Его выходки — лишь следствие его неуверенности в себе. Я полагаю, что этими своими поступками он хочет добиться внимания. Ему нужна ваша любовь. Распоряжайтесь этими сведениями, как вам будет угодно. Однако я прошу позволения прекратить эту переписку. Если он узнает о содержании наших бесед, моя жизнь будет в опасности. Искренне ваш, Фра Джокондо. Ну, блин, Вьери больной, просто псих, вот и все. В общем, давайте на этом пока что заканчивать. В следующей серии пойдем к Марио, пообщаемся. Там по какой-то теме, по которой он хочет с нами поговорить. А вот, на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока.